А в Российском университете дружбы народов праздник продолжался. Эхо дима! Эхо дима! Эхо дима! Эхо дима! Может, все-таки за штопором сходим? Подожди, что, зря 2 часа ждали, что ли? Пусть откроет. Так, что здесь происходит? Мы празднуем. Эгоисты. Почему? Новый год на носу, а мы еще ни одно посольство не поздравили. Ну, они нам весь год помогали. Да. Китайская массовкой, да. Кенийское костюмы предоставила, да, а израильское посольство. Сколько всего? Обещала. Ну что стоим? Давай, работаем. Мы работаем. В французское посольство. Мы в индийское. Кенийское. Тогда я в китайское. Так, стоп. Как будем поздравлять китайское посольство? Ну они вообще-то группу тату хотели. Настоящую? Настоящую. Китайскую. Я продолжаю простые движения. Ты продолжаешь мои продолжения. Я это ты, а ты это я. И я повторяю. Слушай, а что у нас с поздравлением посольства Кении? А мы им подарили видеокассету с фильмом «Африканская пленница». Предупреждаю, они абсолютно не говорят по-русски, но все понимают. Бомбарбия! Кердугу! Что они говорят? Они говорят, что если вы не согласитесь, то они вас съедят. Шутка! Дорогие друзья! Костя! Костя! Я только что из монгольского посольства! И что? Понравился им дуэт Авраам Руссо и Кристина Арбакайте? Арбакайте не смогла. Пришлось заменить ее монгольской певицей. И что? Представляешь, подмены никто даже не заметил. Ты... Боже мой, мы с тобой совсем чужие. Мне нужен блеск твоих глаз. Просто игра. Улыбнусь и скажу. Вижу, что сбылись твои мечты. И тихо повторю. За закат, за рассвет, за любовь, которой больше нет. Денис, у нас осталось очень мало времени, мы не успеем всех поздравить. Ну давай поздравим всех сразу. Как? Ну, у нас же есть международный оркестр. Ну, это же самодеятельность. Ну, давай пригласим профессионального дирижера. Точно. Встречайте. Первый международный оркестр. Тихо. Здравствуйте, я ваш новый руководитель. Давайте для начала посмотрим, кто пришел. Мексика. Ага. Румыния. Ага. Израиль. Да. Хорошо. Северный Габон. А почему их двое? А это слаженный коллектив. Да. Это важно. Понимаю. Так, ну я думаю, что все из вас слышали Штрауса, да? Я! Да! Я их видел! Да. Хорошо. Так, скажите, а у вас у всех есть музыкальный слух, да?
У большого уха есть музыкальный слух. В радиусе 500 шагов музыки нет. Спасибо. Большое ухо. Так, давайте попробуем. С пятой цифры Эндрю догоняй и... Стойте! Где-то недалеко играла музыка. Хорошо. Спойте что-нибудь русское народное. Смуглянка! Все слушаем смуглянку. Раз. Кудра мин рахман, паямана мана бедряви. Так, здесь ничего не получится, а жаль. Побойтесь Бога! А уточните, какого? Так, все, следующая репетиция в субботу. Предупреждаю, балалайки не будет. По какой причине? Видите ли, этой причине уже 3000 лет. О, Господи, да что ж такое? Ну что, вроде бы всех поздравили. Нет, не всех. Мы забыли самое главное. Сегодня очень уникальный финал. Сегодня впервые в истории Международного союза КВН в финале играет 11 стран. И 10 стран поздравляют одну. С Новым годом, Россия! Полночный блюз поет зима, это вечер, ты одна. Это грусть под музыку ветров, не слышна для городов. Их беззаботный сон оберегаешь ты сквозь череду времен. Радость встречи, расставание. Yeah.